Рита девушка необычная хотя бы своими автомобильными пристрастиями. В то время, когда подружки ездят на элегантных мини, Рита водит отечественный внедорожник с механической коробкой передач. Патриотизму родители научили, смеется она. Героиня также патриотично относится к своему городу, за исключением одной единственной улицы. Это улица Донбасская, машины припаркованы в два ряда, с двух сторон, очень неудобно, узко ехать на этой машине, мне очень страшно, неудобно, выбегают люди, бабушки, мне кажется, это очень опасно, мне не нравится здесь ездить. Машины действительно стоят на Донбасской длинной вереницей с обеих сторон. Это автомобилисты со всего городского округа уехали утром в Москву. В часы пик здесь пробки, а ночью на машину под мостом вообще могут напасть дикие собаки. Не динго, но все равно страшно. Пешеходы улицы тоже недовольны, переходят они ее не всегда по правилам, и многие совсем этого не стесняются. Почему дорогу перебегаете? Потому что нет моста. Это самое, носится машина здесь постоянно. Пожилые люди не могут пройти, ни мы, ни кто, это самое. Что в конце концов, безобразие, когда это прекратится? Все дело в пешеходном мосте на железнодорожной станции Расторгуево. Надземный переход закрыт по соображениям безопасности. Вот люди из троллейбуса идут прямехонько через проезжую часть. Но 3 марта откроют новый временный мост. Работа уже подходит к концу, а после его открытия приступят к реставрации старого. Тогда и подойдет к концу донбасский конфликт Ленинского района. Михаил Решетов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видно НТВ.